Пока идет строительство Лачинского разъезда, жители Карнидзора обеспокоены. Севелнет спросил у некоторых сельчан о том, навредит ли строительство коридора или принесет пользу. Строительство армянского участка альтернативной дороги Лачинского коридора планируется завершить весной 2023 года. Одна из трех компаний, строящих альтернативную дорогу, соединяющую Арцах с Арменией, уже завершает земляные работы на 4-километровом участке. В данный момент ведется укладка песчано-гравийного слоя. Завершено около 60% земляных работ на оставшихся 8 километрах. На самом сложном участке, третьем участке, работают 6 экскаваторов с 2 гидромолотами и 4 бульдозерами. Дорожные строители уверяют, что уже через месяц дорога станет проходимой в грунтовом варианте.